Лучшие цитаты Сатьи Дас. Сатья Дас – специалист по семейным отношениям, популярный лектор, философ и писатель. «Счастлив не тот, у кого всего много, а тот, кому всего хватает». Для счастья в семейной жизни женщине нужно хорошо понимать своего мужчину и немножко любить. А мужчине сильно любить и не пытаться понять. «Счастлив не тот, у кого всего много, а тот, кому всего хватает». Секрет счастливых отношений для мужчины – молчать, когда что-то не нравится, и не молчать, когда нравится. Если женщина живет для удовольствия мужчины, ее ждет полное разочарование и разрушение. Люди, которые создают нам проблемы – это своего рода почтальоны, приносящие нам письма с уроками, которые мы должны усвоить. Большой конфликт начинается с игнорирования маленьких проблем. Знаете, чем отличается пессимист? Это хорошо информированный оптимист. Если человек получает очень много информации, то он становится пессимистом, потому что слишком много знает. Будьте готовы отпустить то, чем вы владеете, чтобы получить то, что желаете. Мы официанту в ресторане говорим «спасибо». Почему же порой забываем про это в семье? Если вы не можете прощать людей, то не можете и принимать свое богатство. Если вам кто-то предлагает замутить бизнес, спросите, какова цель предприятия. Если ответ будет «деньги», даже не связывайтесь. Этот человек запрограммирован на бедность. Человек, который занимается своим делом, живет в гуне благости. В этом мире обмануть можно только себя. Если женщина будет вести себя как настоящая женщина, то рядом с ней обязательно скоро появится настоящий мужчина.